предвосхищаю некоторые вопросы, что живопись – это цифровая. Это как бы самое последнее направление, перспективное в мире искусства, когда изображение создается на дизайнерском планшете цифровой кистью. Я не использую никаких готовых клип-артов, не использую фотографии, которые я раньше использовал, делая такие коллажи. Это все нарисовано как бы с чистого листа. Где-то 1500. Чтобы выдержать общий план, тональность, так как женский образ – это загадочный, неразгаданный образ, и ему посвящены миллионы работ, я имею в виду в данном случае визуальных работ, портретов художников. Вот. Вы имеете возможность все это сегодня понаблюдать. А как эпиграф к этой выставке, мне хочется сыграть композицию, которая называется «Паруса фантазии».